Неочередное заседание городской думы вызвано сложной ситуацией с программой переселения из аварийного жилья. Ранее этим вопросом занимался департамент архитектуры и строительства города. Однако там сейчас кадровый дефицит, и заняться вопросом переселения некому. А вот в департаменте ЖКХ и жилищного строительства нашлись такие специалисты. Очень больших кадровых проблем. Департамент архитектуры не смог справиться с этой работой. А сроки уже настолько поджимают, что мы можем подвести не только себя, но и всю Тверскую область в целом по этой теме. Потому что о важности темы даже не обсуждаю. Все, знаете, финансовые средства у нас есть, в бюджете у нас все предусмотрено. Такая постановка вопроса не устроила народных избранников. Они посчитали, что оставшимся работникам департамента архитектуры вполне под силу справиться с поставленной задачей. На самом деле творится форменное безобразие. С мая месяца, независимо от того, что федерация приостановила финансирование или там что-то попросила не торопиться, ничего не предпринималось. Сейчас, как всегда, начинается все в спешке делать. Большинством голосов решение не передать деньги департаменту ЖКХ принято. Кроме того, депутаты проголосовали за поправку, предложенную Екатериной Глебовой, провести служебную проверку исполнения работы департаментом.